Прекрасная новость для поклонников Азге Яис и Гигберка Демиржи. Как оказалось, пара, которая рассталась в прошлом году, помирилась и не скрывает своих отношений. Азге Яис и Гигберт Демиржи, которые работали вместе в сериале «Клятва», «Йемен», очень быстро прошли путь от дружбы на съемочной площадке до любви. Пара даже обручилась, однако затем Азге покинула дневной сериал и немного позже рассталась со своим женихом, что очень огорчило поклонников пары. Однако, похоже, не все потеряно. В своем последнем интервью Азге призналась, что находится в расцвете сил, все пришло в равновесие, каждое мгновение приходит, когда нужно, и все это заставляет ее чувствовать себя хорошо. Она находится в гармонии с самой собой и счастлива. Причина хорошего расположения духа девушки стала понятна после того, как она вновь подписалась на Гигберта Демиржи. Ее бывший возлюбленный сделал то же самое, после чего пара отправилась в отель Unique Lifestyle в Явансу, Мивкии, на побережье. Влюбленные не скрывают того, что помирились, и с удовольствием делают совместные фото с отдыхающими. Получится ли у них восстановить отношения, мы узнаем в самое ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете узнавать самые последние новости в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.